Русскую народную песню в районе любят. На концерт, посвященный юбилею хора «Россияночка», пришло много гостей. Среди них как пожилые люди, так и молодежь. Коллектив порадовал зрителей композициями, среди которых как хорошо известные, так и малознакомые. Заряд тепла и хорошего настроения получили все – и гости в зале, и сами исполнители. С 70-летним юбилеем «Россияночку» пришли поздравить коллеги и друзья коллектива, а также администрация района. Много теплых слов было сказано со сцены, было выдано много наград, среди которых благодарность от Министерства культуры Московской области и юбилейные медали к 90-летию Ленинского района. Глава городского поселения «Видное» Моисей Исакович Шумаилов отметил, что коллектив имеет богатую историю, ведь 70 лет – это целая жизнь. Я хочу сказать, что наш родной любимый хор прожил эти годы замечательно, достойно, с хорошими результатами и хорошими успехами. Многие коллективы Дома культуры выходили на сцену поздравить коллег со своими номерами. Среди них хореографическая студия «Мозаика», детский состав театрального коллектива «Твит» и «Звездный вальс». Что сказать? В принципе, все сегодня теплые слова сказали. Я их очень люблю, просто очень. Я жить без них не могу. За годы существования состав «Россияночки» менялся. Одним из гостей стал бывший участник хора Владимир Кабанов, который отметил, что коллектив подарил ему путевку в вокальную жизнь. Изменилось наше время. Мы стали уже другими со всеми людьми. Вот. Но не ослабевает вот эта вот тяга и любовь к народной песне. Она всегда присутствует здесь. Гости остались довольны концертом, подпевали знакомым композициям. Юбилей коллектива запомнится многим. Никто не ушел без улыбки, проникнувшись атмосферой праздника. А это значит, что сквозь долгие годы «Россияночка» успешно поддерживает в людях любовь к русской песне. Александра Столярова, Александр Логинов, «Видное ТВ».